К резкому потеплению и обильным осадкам в эти выходные готовились все службы. Дорожные организации были переведены на усиленный режим работы. Сотрудники ГИБДД по всему краю, кроме дополнительных патрулей, еще и работали в круглосуточном режиме. Автоинспекторы не раз обращались к водителям с просьбой вести себя на дорогах аккуратно и помнить про безопасность движения. Например, накануне из-за гололеда частично была перекрыта трасса Красноярск-Дивногорск. На дорогу не пускали пассажирские автобусы, а водителям легкового транспорта инспекторы рекомендовали не ехать без особой надобности. Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию и не допустить большого количества ДТП. Стоит отметить, что всего лишь одно дорожно-транспортное происшествие за эти 3 дня зафиксировано с погибшим. И то здесь нет никакой вины, ни, так скажем, со стороны дорожных организаций. Здесь была чисто вина девушки, которая отвлеклась от движения и допустила опрокидывание транспортного средства. Если говорить о сравнении, значит, буквально месяц назад у нас были такие же погодные условия, неблагоприятные выходные дни, то там была очень серьезная ситуация. За 3 выходных дня 15 погибших было. Здесь все-таки нам удалось держать, стабилизировать ситуацию на дорогах.